Последние два куплета просто описывают, чем они занимались еще. Их состояние разлуки с Кришной. Госвами Вриндавана, я склоняюсь перед Госвами Вриндавана, которые порой появлялись на берегу Радхакунды или Ямуны, а порой приходили в Амшивату. Охваченные экстазом сознания Кришны и любви к Кришне, они выглядели как безумцы, и в их телах проявлялись различные признаки трансцендентного экстаза. То есть «унмада» значит «безумие». То есть они в безумии любви бегали на Радхакунду, к Ямуне. И что они там делали на этой Радхакунде и Ямуне? Следующий куплет говорит. Они громко взывали: «О Радхарани, царица Вриндаваны! О Лалита! О сын Нанды Махараджи! Где вы? Быть может, вы гуляете по холму Говардхана, а может, отдыхаете под сенью деревьев у Ямуны. Где же вы?» В таком состоянии духа служили они Кришне. Это называется любовь в разлуке. То есть они никогда не говорили: «Я нашел Кришну, Кришна теперь всегда со мной». Они все время чувствовали, что Кришны нет. Где Кришна? Это состояние Госвами Вриндавана. Самое-самое великое, что может быть. Кстати, про разлуку, да? Почему разлука самое высшее проявление любви, знаете, да? Нет, я завтра расскажу, ладно, сейчас не буду рассказывать. Но одним словом, да, одним словом, они находились в этом самом высшем проявлении любви к Кришне, и они искали Кришну. И для нас это также практично. Есть один вид разлуки из четырех. Один вид разлуки из четырех, который могут практиковать начинающие преданные, и который нам рекомендовал Шрила Прабхупада. Называется пурварага. Это когда человек еще первый раз встречается с Кришной. Он еще никогда не видел его. Никогда. Он только слышал о нем. И он хотел бы с ним встретиться. И для садаков это подходящее настроение. Потому что если я уже с Кришной, то мне не надо больше никуда развиваться. Уже все же нормально. Самое ужасное, если кто-то уже видит Кришну, это самое ужасное. Потому что дальше не будет продвигаться. И садака должен всегда быть в настроении: я не вижу Кришну, я не чувствую эффекта, я хочу прогрессировать, мне надо двигаться, мне надо что-то делать, мне нужно служить. Это пурварага для начинающих, для садаков. Но то, что испытывали Госвами Вриндаваны, конечно, не начинающие, это настроение разлуки. И, может быть, завтра я пару слов об этом скажу, почему разлука является самым высшим проявлением любви.